Как уже надоели постоянные ангары и нефтебазы. Хочется поиграть на какой-нибудь действительно редкой карте. Здарова, бандиты, с вами я, Остап Бендер, и сегодня я буду через быструю игру искать карту переправа. Это самая редкая карта для режима командный бой. Я пробовал ее найти так, давайте попробуем через быструю игру найти. Но если не получится, придется идти на то, что есть. А я просто захожу на сервер, и встречаются самые распространенные карты. Это ангар, нефтебаза, D17. Ну и иногда еще встречается стройка и убежка. И все, больше ничего не встречается. К сожалению, комната не найдена, но давайте немножко еще поищем и пойдем. Ой-ой, надо попробовать сюда все-таки залезть. Не хотят люди играть на этой редкой карте, к сожалению. И это печально. Карта-то довольно прикольная. Замеда там довольно интересно погонять. Но, пожалуй, причина, по которой не играют эту карту, это снайпера. Там они себя чувствуют очень комфортно. Ух ты ж, блин, фризит даже на полигоне. Ладно, погнали на ангар. Ну что ж, я загрузился тут. Посмотрим. И у меня к вам такой вопрос, товарищи. Как часто вы жмете кнопку тейп? Так вот, сегодня я ее буду стараться жать как можно меньше. И или не жать вообще. Да, конечно, счет я узнаю только по окончанию матча. Ай-яй-яй, какие фризы. Это печально. Была такая ситуация. Ух ты ж, блин, я его убил все-таки. Была такая ситуация, то что я выхожу на чувака, у меня фриз. Второй раз выхожу на чувака, у меня опять фриз. Просто ужас. Ух ты, тут походу какой-то ромбик с щитами юзает. Он, походу, стреляет только по головам. Я думаю, его, скорее всего, кикнут. Недавно у нас была такая новость, то, что позабанили всех этих автошотеров. Но, походу, всех да не всех. Я надеюсь, этого тоже забанят. Удивительно, что он докачался до ветеранов. Ой-ой, меня покоцало гранатой. Отлично, четвертый. Так, ну что, вы где, ребятки? Перезаряжусь. Ух ты. А прилетел прям как этот. Как Бэтмен. Ну что ж. Подождем чувачков тут. В руках все та же коронная сайга старого образца. Довольно интересная пушка. Я ее так и не набил. Скажу вам честно, из коронных пушек я набил только АС-50. Больше что-то мне все остальное лень набивать. Вот так оно вот и бывает. Посмотрим. Ай-яй-яй. Кто-то, походу, или присоединяется, или меняет класс. Я жду не дождусь, когда нам уже пофиксят эти фризы. Ай-яй-яй, граната. У этой сайки 12S есть только одно слабое место. Это ее перезарядка. Что плохо в ее перезарядке? Так то, что это не помповый дробовик. И перезаряжается он, ну, довольно долго. Посмотрим, где же есть народ, по которому можно пострелять. Гранатка, вон там чувачок был. У меня так в руках еще Кольт Питон Элит. Вроде так он называется. Отлично, чувак отъехал. Просто шикарно. Использую я боевой жилет медика. Все-таки как-никак довольно жирная штука. Ну и ремонта, если использовать только его из боевого, не так уж много. Кто-то там наверху гуляет. Отличненько. Хорошо в хедшот зашло.
И это уже 9-й в моей серии. Так, ну что, там чувак гуляет. Вылезай, я жду тебя. Хотя тут еще по радару кто-то идет. Ну-ну, ай-ай. 50 поддержки. Уперли фраг. Так, ну-ну-ну. Ай-ай, надо линять, а то убьет меня еще этот товарищ нехороший. Посмотрим, где вы есть. Вроде кто-то тут шабуршинькается. Так, отлично. Хорошо зашло в головешку. Вроде больше там никого нету. 11-й. Ай-ай. И повесили мне хедшот с Галила. Ну, бывает. Давайте такой прокидик. У меня сегодня был такой прокид. Скажем так, я кинул. Попал в один объект. Граната куда-то отлетела и кого-то убила. Я, правда, так и не понял, что это было такое. Так, ну-ка. Где вы? Товарищи, вылезайте, я вас жду. Так, тут кто-то есть, отлично, минусанул, но, к сожалению, и меня минусанули. Печально, печально. Не уйти бы в минус, а я ведь не знаю, какой у меня сейчас счет. Конечно, можно сказать, что где-то так я раза три, ну, уже 4 раза погиб. Там была серия в 11. Еще я там пару фрагов сделал. Где-то 14 на 4. Может, я сейчас иду. Ну-ну-ну-ну-ну. Отлично, хорошо, я его забираю. Конечно, в прицеле стрелять было бы более хорошо. Пушка, ну, интересный агрегат. Так, ну-ка. Отлично. Хорошо зашло по головке. Ну, блин, тут я, конечно, совершил глупость. Не моя дистанция, но, как вы видели, все равно крестик был довольно жирненький. Для дробовика на такой дистанции. На такой дистанции разве что только Six-12 мог из двух-трех пуль убить. Ну что, давай я тебе дам аптечки. Все-таки мы в одной тиме. На каком месте я тоже узнать не смогу. Не, это тоже дохлый номер. Отлично, опять я ему в головку зазвездил. Ну что ж, давай и тебе я тоже полечу. Ты все-таки мне дал брони. Так, ну что, и стопаньки, минус. Хорошо зашло. И отлично. Двоица. Посмотрим. Так, кого-то я там видел. Кого-то. Так, ай-яй-яй, стреляет. Там еще кто-то. Ну-ка. Отлично. Уголовку забрал. Конечно, пару пуль я там скосил. Ушли они в молоко. Но кто-то тут есть. Так, вылезай. Ай-яй, оттуда вылез. Ишь, как чувак хитро меня разыграл. Молодец. Давайте вот такой прокидик. Иди сюда. Отлично, минусанул. Так что все очень даже неплохо идет. Давай, держи, братишка, здоровье. И погнали нагибать. Ух ты ж, блин, с Галила в голову вблизи. Хороший рандом. Так, ну что? Вы где, ребятки? Я пока вперед не пойду. Мне кажется, кто-то там есть. Жопой чую, что там кто-то есть, да. Там действительно кто-то есть. Там был этот товарищ, поэтому я пустил своего союзника в качестве мяса.
чтобы он проверил, есть там кто, или же там и никого нету. Хорошо, минусанул. Конечно, не с первой пули, но лучше это, чем если бы он меня убил. Сзади еще кто-то. Блин. Конечно, то, что сзади я знал, он там пары пуль у меня зацепил, но то, что того чувака не удалось убить, это печально. Очень даже печально. Так, кто-то тут идет. Стоп. Куда-то чувак слинял. Я не понял, то ли того чувака, который там показался, убили, то ли это был этот чувак. И он почему-то удрал. Вот так я выскакиваю и нагибаю этого товарища. Ну а что, пушка действительно стоящая, осталось совсем немножко всего лишь. Но все время вышло. Сыграл я аж со счетом 30-8. Неплохо так. Ну а я с вами на этом прощаюсь. Если вам понравилось данное видео, то не ленитесь, поставьте лайкосики. Если вы еще не подписаны на мой канал, то я рекомендую вам подписаться. Вступить в группу ВКонтакте. Там вы можете узнать обо всех новинках. Всем спасибо. Всем пока-пока.